ситуация перед больницей, пожалуйста. Ни на выезд, ни на въезд, ничего нету. Просто проехать невозможно, потому что машинки стоят не установленных для этого местах. Приехали все виды охраны. Кто-то стоит вообще на встречке, в прямом смысле этого слова. Такой вот тупичок образовался. А сейчас поедет скорая. Сейчас я сменю место дислокации. Вот, пожалуйста, вот там вот находится больница и скорая. Сейчас, как говорится, к счастью, нет никаких автомобилей скорой помощи. Сами водители уже вот выходят, в прямом смысле этого слова, и пытаются разрулить ситуацию. Объясняю причину, опять же, вот видите, стоят два ряда. Невзирая ни на какие знаки, абсолютно. Есть знаки, запрещающие, эвакуатор даже нарисованы. Вышел вот мужчина, и там вот уже в роли сотрудника ГИБДД выступает. В прямом смысле этого слова разруливает. Открыли больницу, территорию больницы, чтобы машины туда проехали. И вот теперь он регулирует, видите. А потом машины развернутся и выйдут с территории больницы. Вот так вот разруливают пробочку. В то же время должен сказать, что вот там вот дальше есть парковка для тех, кто посещает больницу и скорую помощь. Ну, в общем, медицинское учреждение. Она на сей момент закрыта, в прямом смысле этого слова. Огроменная площадь. Не используется по назначению почему-то в летний период. А вот в зимний период, пожалуйста. В итоге образуются такие пробочки. Если бы посетители больницы могли спокойненько заехать на территорию, я думаю, проблем бы не было. Сейчас вот чуть-чуть разъехались. Машины там на территории больницы развернулись. И теперь дружной толпой, как говорится, в колонну по одному с песнями отправляются каждый по своим делам. Это благо, что сотрудники охраны разрешили вот таким вот способом разъехаться, запустив ряд транспортных средств на территории охраняемого объекта. Те же службы охраны, вот видите, невзирая ни на какую сигнализацию, проехать не смогут. А машинки как стояли, так и стоят вот здесь вот. Невзирая, опять же, на все запрещающие знаки. Вот такие вот дела, ребятки. Опять начинается. Естественно, охранную службу, скорее всего, вызывали это по тревожной кнопке. А она не может прибыть в установленное ей время, скорее всего. Все, разбежалось все.